Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Новое задание. Так, выиграйте 6 гонок, проехать 1700 метров на супердизеле. И маневры. Так, и маневры. Всем привет. Всем привет. Так, бесплатный сундук. Давай заберем. Защитная арматура и колесный ускоритель. Так, ну что, сегодня у нас по планам 20 тысяч кубков, что ли, взять? Блин. Как всегда, я начинаю перед работой заниматься ерундой. Так, вид. Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? У нас вроде бы... О! О, что у нас есть? Вот такую вот морду возьмем. Возьмем такую морду, возьмем такую шапку. Возьмем вот такие вот ботики. Блин, ты посмотри, сколько здесь предметов. Ничего такого мне не выпадает. Будешь с морковкой ездить у меня. Так, и курточку. Какую-нибудь такую бы тебе. Какую-нибудь зимнюю. Вот так вот. Все, ребят. Готов мой, как говорится, водитель. И я поехал. И я поехал сразу же, друзья мои. Это у нас спуски, что ли, скоростные? Или мне кажется? Обычно такая гонка у нас на скоростных спусках идет. Ну да, скорее всего, это у нас есть. Испытание мужества, прям назвали это так. Сейчас посмотрим, что тут за испытание мужеством. Ауч. Ну, нормально, нормально. Нормалек. Чувак. Чувак там вылетел. Я не понял, там автобус был или что? Ну, откуда-то. Такого шляпынью дает. Так, Патита Про. Не получилось. Ладно, в любом случае, первое место, ребят, за нами. Нормально. Забираем подарок. 30 тысяч монет. Такой солидный подарок. Зимние шины, колесный ускоритель. Так, команда. О, привет. Лампочка, привет. Так, а у нас видео снимаешь. Ну, а что, что? Конечно, снимай, ребят, что? Конечно, снимаю. Так, я поехал, короче. Гонка. У меня. Очередная. Ну, ёдрён-матрён. Лихач, разбейся. Это зря вот это вот. Очень мощный был прыжок. Давай, аккуратненько, аккуратнейшим образом. Изи катка. А лихач приехал самым последним. Начал так резво. А по итогу... А по итогу дрестунка дал. Так, у него тоже, что ли, там есть какой-то ускоритель? Или мне показалось? Тут главное не разбиться. А то без крышек, сам понимаешь. Хрум, и голова твоя откатилась. А я не удивлен, ребят, тому, что у нас вот этот прыжок постоянно бустится. Лихач там вообще бедный, всмятку его разносит, ты заметил? Да, вот я тебе об этом и говорил. Именно об этом я тебе и говорил, что тресь и все, ребят. Стоит только одно неудобное движение сделать, и... Твоя голова слетает с плеч. Ну давай, давай, посмотрим. Слушай, ну тут хорошо идет. Вообще. Вот тут нормально пролетели. На одном дыхании. Даже не вспотел. Джек Им. Так, кто-то там, ребят, под усиленным... По нитроку идет, да?
Мне ведь это же не показалось. Кто-то там на нитро шпарит. Шпарил, по крайней мере. Изи. Так, ну вот и 6 гонок завершил я. Едем дальше. Едем дальше. Едем круче. Обалденно. Вот это я обделался. Прям впендрючился. Не знаю, ребят, почему так получилось. Раньше как бы такого не было. И либо мы перелетаем, либо нет. А тут просто прямиком бабахался. Очень интересно. Ну что, заберем награду тогда нашу вот здесь вот. Магнит, ускоритель, фляг. Так, я вот эти еще пооткрываю. Так, управление в воздухе. Магнит, ускоритель, дым. Понятно. Ну что, двигаемся дальше, конечно же. Что тут? Отличная, кстати, трасса. Парень, иди на своем драндулете. Гуляй там, не знаю, где-нибудь. Где угодно, только не здесь. Ай, думал, хоть немножечко задену. Но нет. Не задел, мне немножечко никак. Опа. Хорошо приземлился. Так, следующая гонка у нас. Блин, я не знаю, ребята, стоит ли мне полностью проходить. Надо кимарнуть немножко, мне же на работу сегодня. В ночь. А время уже сколько? 3 часа, блин. Час поспать осталось. Это если я прям сейчас лягу. Угу, Виктори. Все, что ли? Кубок ледника. Ну ладно. Попробую. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай вот только вот тут вот. Ты смотри, 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 что происходит. Они так и жаждут, ребят, меня обогнать. Да нет, не дано. Не дано этим супостатикам меня догнать. Костные ущелья. Это, по-моему, где у нас будут кости внутри, да? Внутри пещеры. Это именно та трасса. Я ведь не ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Это именно она. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо сейчас было на подъемчик, ты видел? Как сработал буст. Белиссимо. Замечательно. Просто отличный прорыв. Так, 3000 монет. Здесь у нас 4500. Новые колеса, кстати, получили мы. Управление в воздухе, амортизаторы прыжков. Здесь крылья, ускоритель, фляг. Здесь... О, друзья мои, новая анимация получена у меня. Замечательно. Ну что, первый снежок. Поехали кататься на первом снежке. Сейчас единственное, что надо сделать, это... Это я хотел прокачать. Сейчас, секундочку. Вот здесь вот. Вот так вот. Ну, просто я смотрю, там деньги вроде появились. Надо, думаю, докачать чуть-чуть. Сейчас попробуем. Первый снежок, но тут, видишь, первый снежок-то это одно, а... Тягач-то совсем другое. Чего? Ать, не получилось. Тягач хотел, но, видишь, не вышло. И ККМ-ка оборзевшая, ты видел? С крыльями и с попрыгунками, как всегда, ребят. Она опять за свою, а? Врежься куда-нибудь, пожалуйста. Я тебя умоляю.
Размажься просто где-нибудь по какой-нибудь стенке. Ладно, обогнали. Так, ну что, и последний, это у нас перекресток. Но в любом случае, ребят, независимо, выиграю я вот эту гонку или проиграю, первое место у меня уже здесь будет. Обожаю вот эту вот. Офигеть. Ауч. Ну ладно, я думаю, не особо много потерял. Но все равно, ребят, можно было бы там заехать, но я не стал рисковать. Думал, проволдузюсь там очень долго, поэтому поехал вниз. Решил по спуску прокатиться. Крылья и колесный ускоритель. Ну что, у нас мистический, ребята, кубок. Я не скажу, что здесь мне вот этот буст будет помогать. По крайней мере, я не уверен, что это лучший вариант. Думаю, не надо объяснять, почему. Крутенько, кстати, вот это было круто сейчас сделано. Потому что я уже пошел, видел, да, на крутой пике. И все-таки тут стабилизировался. Но вот это вот было зря сделано. А вот это хорошо. А вот это вот сейчас было замечательно прям. Подрывчик, то что нужно. Вот тут вот не особо надо сильно заморачиваться со скоростью. Потому что иначе мы бы с тобой высоко подпрыгнули бы. И я пока бы приземлялся, меня могли бы обогнать. Поэтому здесь было вот такое, ребята, решение. Техническое, так скажем. Так, здесь то же самое. Идем под воду. Выпрыгиваем, но не особо сильно, чтобы не потерять скорость. Воу-воу-воу-воу. Вот видел? Вот буст вот этот вот сейчас бы мог мне очень, ребята, навредить сильно. Ну, благо все обошлось. А он там себя навесил, смотри. И этот. Усиленная турбо плюс колесный ускоритель. Вот это он, да. Понабвешивал себя там по полной программе. Ну, ты видишь, результат моего обвеса. Он делает топ. Он делает топ. Ну да, с водой уж ничего не попишешь. Ну, не люблю я воду, ребят. Я больше люблю почему-то завод. Но вот воду на дух не перевариваю. Есть, знаешь, арахнофобия, водофобия и еще там что-нибудь. Не то, что воду я боюсь. Я боюсь того, кто в воде в этой живет. Ну, внизу. Знаешь, как этот фильм «Бездна». Вот так вот тоже. Плаваешь, ничего не думаешь. А там какой-нибудь гигантский осьминог спрут тебя за ногу. Опа! И готов. Даже на элементарном озере или есть такие самые гигантские, самые убийцы. Просто могут за ногу тебя. Оп. Ну, обычно детей, конечно, не это. Но все равно приятного мало. Засосать и утащить на дно. Так, ну и получается у нас последняя гонка. Я говорю, ребята, выскочка. Ну вот, вот едет сейчас перед вами выскочка. Панторез. Райан Панторез. Рувана Нибу какой-то. Нибой, точнее. Вот сейчас было вообще шикарно. Просто, блин, полетел и прям в луночку. Так, туннельки. Ну, я думаю, туннельки, наверное, мы тоже сейчас... Не уверен, что первое место займем, но попробуем. Вертушка на вот этой гадости, это плохо. Как вот он так, ребята, ускакал? Не, я понимаю, что он на этом ускорении на всем. Ну, он за счет, ребята, скорости только что что. Да. Можно было бы его обогнать.
Не набирая я такую большую скорость, можно было бы его здесь нагнуть с полтыка причем. Он перелетит, да ведь? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Опять этот хитрозадый как-то. Я не пойму, как он там сделал. Где он там умудрился проехать? Ну, он, наверное, скорость, мне кажется, сбрасывал. Ехал где-то там последним, и каким-то образом он умудрился приехать первым. Ненавижу этот валун. Давай вниз. Странно, что-то я не вижу этой вертушки здесь. Так, у меня 7 баллов. Ну, я, наверное... Оу! Прикинь, я первое место занял. Ха-ха-ха. Новые колеса, друзья, получил я на спорткар. Тяжеловоз ускоритель. Еще новые колеса получил. Нормально. Забытое шоссе. Ну, я готов. Я готов, друзья мои, готов. Ёк-макрёк, думал, не допрыгнул. Воу! Это что? Что сейчас было? Это не тот? О чем я подумал-то? Ну ты понял, да? Кульбит я сделал. Я думал, что это... Любимая та наша трасса, где я делаю кульбит, а потом... Грациозно занимая первое место. Нет. Это была не та гонка. Щух. Тут вообще одна. Классно получилось. Все равно классно, ребята, получилось. Ну что, горные мосты, может быть, все-таки успею я еще хотя бы полчасика покемарить перед работой. Да, что-то как-то... Что-то как-то не задалось. Вроде и пропрыгал хорошо, но видишь. А, так я... Ой, дурила, я же машину не поменял. Прикинь? Ну, чё мы как едем, как паралитики. О! Ну все, 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 ребят, это труба дело. Чё-то я лопухнулся, конечно. Давай же вниз тогда. Чё-то ни два, ни полтора. Что такое-то? Ну, есть. Ну, не последний хотя бы. Хотя бы не последний. Ну, что там за 5 деталей? Усиленное. О! О, а вот это уже... Вот это уже хорошо, ребят. Там от сета дополнительная запчасть. Ну что, погнали. То есть голова у нас была. Там уже будут ботинки. Ой, ботинки, штаны. Опять ты, а? Опять он на этом форсаже, ребят. Не знаю, если форсаж уровня 10, ну, допустим, да, прокачка, я боюсь представить, насколько он будет быстро ехать, машина. Представляешь? 10 уровня прокачки. Да, она вообще будет... Во-первых, он будет медленно топливо расходовать, это раз. Во-вторых, он будет очень быстро ускоряться. То есть, два в одном.
Блин, ну что там спотыкнулся. Ну вот, 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 ребята, вот этот вот наш Спотыкушкин. А чувак там видел, как впендрючился? Ничего у него не получилось. Так, трасса Била. Давай я трассу Била проеду, наверное, на ралли. Обычно я трассу Била прохожу на нашем супер... ну, на нашем суперкаре. Обделся чувачок. Так, пока я с этим там лясы точил, меня эти уже поднапрягли. Ребятульки. А то да, я тебе говорил, что клеймо на подъемах — это просто, ребят, клеймо для суперкара. Но это только там. На остальных трассах он, конечно, может довольно неплохо вырваться. Угу. Крышу вырвало к чертовой бабушке. Ну, у нас, когда крыша вырубает, мы с тобой ехать начинаем быстрее. Есть. И последнюю осталось нам гонку с тобой завершить. И будем топ. И будем топ, надеюсь. Давай, родной, жми. Хвостиком бы мог, конечно, и горючку прихватить бы немножечко. От тебя бы не убыло. Все. Все, ребятушки. Зима на носу. Так, подожди, зима на носу. Дай открою сундуки. Зима на носу. Ну, снежная гонка, ребят, это именно для этой машины. По колесам, по обвесу, по всему. Давай, 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 давай. Есть, хотя бы перелетел. А то я думал, сейчас зависнет там. Ать, надо было ему сорвать, а, крышу с моей тачки. Не понял. Эй, 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 подожди. Вы серьезно? Давай, докатись до горючего, я. Вот это да, ребята, вот это вот было, блин, приключение. Горючка чуть не закончилась, представляешь? Чуть не закончилась горючая у меня. Гран-при каньон. Ну, Гран-при каньон, я тебе буквально в прошлой серии говорил свою оценку и свое мнение по поводу этого каньона. И даже предполагал, что на баге оно будет проходиться лучше. Это сугубо мое личное мнение, ребят. Возможно, я не прав. Возможно. Ну, ну и на раллике, в принципе, можно, конечно, ездить. На раллийное авто, я считаю, оно как бы, оно универсал идет. Вообще под все, под все трассы. Чего ж тут греха таить? Потому что сама по себе тачка хороша, у нее есть и крыша, у нее есть обвесы, которые тебе нужны именно на скорость и на все прочее. Вот здесь вот, да. Вот здесь вот как будто бы все знали, кроме меня, что здесь вот такая вот штука будет, да, трабла. И занимаю я третье место. Ну, сам виноват. Почему я думал, что я туда смогу забраться, запрыгнуть? Уже неоднократно я прохожу эту трассу. Неоднократно я врезаюсь на этом всем деле. И все равно почему-то я думаю, что ну вот этот, в этот раз типа я запрыгну, заеду туда. И ничего у меня не получается заехать. И в очередной раз кусаю локти. Видел? За счет, опять же, ребята, за счет буста.
Прыжок плюс буст. И вот я запрыгнул туда. Угу. Так, ну, открываем. Хоть на что-то потратим эти наши кристаллы. Так, друзья мои, сельский кубок. Тут лихач. Ну, с лихачом, я думаю, что бесполезно тут. Хотя нет, бесполезно. С лихачом бесполезно. Тем более он на монетном скрытеле и еще там на форсаже не показался. То, что прыжки у него, да, намного круче. Тут не поспоришь. Куда он там в Поднебесную-то полетел? Слушай, хорошо его сейчас расколбасило, а? Хорошо, мне прям понравилось, ребят. Душевненько его так растащило там. Почаще бы так бы, было бы вообще душевно. Ну вот, видишь, он опять, он активирует свою эту трихомудию, как он. А, так у него тоже стоит это, да? Все, я понял, ребята. Повезло ему, гаду, что он пролетел вот эту вот штуку. Так бы он там размазался бы. Ха, я даже первый, прикинь. Найс. Не ожидал, что я буду первым здесь. Просто не ждал. Ну что, ребят, последняя гонка, видимо, на шахтах. И будет босс. До 100% босса я не пройду с первой попытки. О-о-о, немножко я лопухнулся. Ладно, фиг с ним. Фига себе, это что за квазимода там вылезла? Вот тебе и квазимода, ребят. Вот тебе, блин, и квазимоды. Взяли просто и обогнали. Пускай он там наверх идет или куда он там пролетел. Объясни-ка мне, как вот эта вот желтая погонь смогла пролететь? Она не могла даже заехать бы там. Че мне втираете-то здесь дичь какую-то? Я же видел, что она там обделалась по полной программе. Как она там читернула, что ли, блин? Бакат этот. Тут понятно. Ну, ядрен матрен, ну... Ты будешь сегодня ехать, а? Пипец. Чуть-чуть не хватило. Так, сколько у меня? У него 5, а у меня 6. Ха, я первое место взял. Ну, Так, кубок Хилл Климп. Два этапа, друзья мои. Попробуем. О, он взял лихача. Лучше не придумаешь. Блин, ты издеваешься, что ли, ну? Ты можешь нормально стоять-то, а? Ух, тут вообще на изи, ребят. Да и первую гонку можно было бы выиграть, на самом деле, если бы не разбился бы. Все, ребят, шикарно. Успел все-таки пройти. Получить 16 тысяч кубков, и теперь со спокойной душой могу идти отдыхать, спать. Вот. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.